Всем добрый вечер. Сегодня у нас понедельник. Какой? 18 июля. Уже 18 июля. Здесь темно. На самом деле очень солнечно. Вот смотрите. Просто мы в густых деревьях, зарослях. Мы пошли погулять. Время 8 часов вечера уже. Мы пошли погулять. И пошли в лог сегодня. Решили проверить, что там насчет ягод. Глянем сейчас. Просто жара уже маленькая. Вот. Да, жара спала. Сегодня было 29. Очень жарко было опять. Но завтра обещают поменьше уже. Многие спрашивают, почему мы в лес не ходим. У нас такое нынче лето. Так получилось, что то сначала я болела, потом наступила жара страшенная. В общем-то, и там и грибов-то, наверное, нет. Такую сушь, да и очень опасно для здоровья. После той болезни такая жара была последний раз в 1936 году у нас. Да, 1900. Вот. Сегодня понедельник, в субботу мы ездили, брали тур однодневный, нам понравилось по нашему Пермскому краю. Вот видите, тут уже на солнышко выходим. А, костром пахнет, вон там что-то костер жгут. Ездили мы в Коми округ, в общем, в Кудымкар и там в Пешнигорд. Что, тут залезу я? В общем, проверила я в тех дебрях. Малина еще не спелая, нет малины. А другие ягоды. Неохота мне, надо одеваться. Очень это крапивы много, всякой травы. Ой, дойдем до речки и все, и обратно. Но в горах, конечно, там клубника, может быть, и земляника. Но сегодня уж мы туда не пойдем. Вот зацвел иван-чай у нас. Вот. Слушай, тут вообще парешь, как в бане. Жарище просто невозможное. 29, но у нас очень влажный климат из-за Камского водохранилища. Поэтому некоторые смеются, что ой, 29, и вы уже. А вот у нас здесь как в тропиках. Где иду, я вся уже мокрая. Здесь внизу очень влажно, жарко и влажно. Фу, вообще. Еще и мошки кусают. Ладно, сейчас на речку посмотрим и пойдем кверху. Кверху пойдем, зайдем в магнит. Что-нибудь купим вкусненького. Вот, речка. А дальше не пойдем. Мошки кусаются сильно, комары. Все, видите, как тут крапива. Ой, совсем все провалилось тут. Совсем провалилось. Это река Ива. Большая Ива. Вода такая мутная. О-о-о. Ага, спустили опять. Что-то таволги столько цветет. Что-то вообще все осыпалось, ага. Ну, дальше не пойдем. Нынче все попозже. Попозже ягоды-то, да? Малина, да что у нас, потому что, видите, июнь-то какой был. А потом вот резко эта жара. Какое лето ненормальное. Я говорю, уж почти скоро 1 августа. Так что вот, мы съездили в Пешнигорд. Пешнигорд, правильно говорить. Кудымкар. Обошлось это нам 2200 на человека, полторы путешествия и 700 рублей обед, музеи там и все дела. И вот такое впечатление, что мы вернулись в 80-е годы. Там реально жизнь вот как в 80-х. И дома такие старинные, да? Домики. Никакой цивилизации. Да, не цивилизации, ничего. Пазики ездят. Что понравилось мне? Колхоз. А, поля, да. Поля сеют, все засеяно. Все засеяно аккуратно. Зерно, хлеба там, все, да? Фермы, все, вот как в таре. Да, вот попадаешь в прошлое. В те годы, как будто бы вот снова скотоводство, коровы. Животноводство, да? Животноводство, ой. Вот такой день сегодня ясный. Завтра нам обещают дождь и похолодание. И вот мы не знаем завтра. Немножко бы было похолоднее, мы бы, конечно, уже и в лес, и везде бы, да? Ты болела 40. Вчера мы после поездки
туда ехали 4,5 часа почти, да? Обратно-то за 3 часа. И вчера мы весь день отлеживались в воскресенье. У меня даже очки запотели здесь. Вообще здесь влажность. Ой, и мошек что-то кусают. Ой, скорее. Это много очень этих. Смотрите, маме сумочку я шила какую. Еще 4 года, да, уж, наверное. Ну, я ее. Это сапог. Сапоги. А, ну, у меня есть красивая. И цепь это от юбки. Было у меня. Красивая. Так, ну ладно, такое коротенькое включение. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем здоровья, всем пока. Снова идем по этой, по Дендраде в гору. И я забыла сказать про нашу Симочку. Сегодня мы ее последний раз носили в больничку. Мама ее носила. И сказали, рана у нее уже затянулась. Все, больше носить ее не надо. Ну, еще и сделали обработку задняя муж. Да? А как он знает, что надо? Все врачи-то каждый раз разные, потому что наша-то в отпуск ушла. И парень, да, молодой был? Ну, такой. Как... Добрый, да, очень? Ой, какой хороший. Он всех животных. Ну, он это, тоже обработал. Вот. И у нас сейчас Сима такая веселая стала. Лежит сейчас такая, лапки вытягивает. Сказал, кормите ее теперь хорошо. А то ребра чувствуются. Болела столько. Да. Она же не ела вначале, болела-то вот сильно. У нас 3 недели выпало из лета. Да. 2 недели ты болела. И Сима. И Сима. Мы с ней одновременно заболели. Так что вот, с Симочкой у нас все хорошо. Всего у нас, как вы знаете, 3 кошки. И все найденыши. Больше нет. Не надо подбирать. Больше не мама. Ну все, сейчас уж никого не надо, да? Мы всегда так говорим, никого не надо, нам больше. Тем кошкам 8 лет у нас. А Симе, вот Сима уже у нас с 1 ноября, с хэллоуинской ночи живет. Как раз мы ее нашли в хэллоуинскую ночь. С 31 октября на 1 ноября. Сушь такая тут, видите, у нас. Ну-ка, это что, не смородина ведь это, да? Это другой куст похожий. Да, это есть такой куст похожий на смородину. Ну ты... Вот. Здесь сумерки, но здесь просто, видите, деревьев много. Ладно, мы сейчас в гору поднимаемся. Такие вот у нас дела. Не знаю, что, какие предпримем планы, не знаем. Потому что прогнозы пишут одно, получается другое. Так-то на весь день завтра нарисованы 4 дождинки. И гроза обещают, опять грозы. Вот. Всем желаем хорошего лета. Отдохнуть, поездить. Для нас оно только что началось. Да, да. Вот. Спасибо всем за просмотры, за теплые комментарии. Всем пока.